Чем, интересно, Бог так тебя разозлил? Посмотри, какой мир он создал. Сколько в нем красоты. Войн, болезней, геноцида, землетрясений и цунами. А в итоге, после стольких страданий, что делает твой Бог? Посылает большинство в ад. Ты мне нужен. Ты мертв для меня. Прошу, скажи, что ты не хочешь начинать эту войну. Мы воюем с самого начала. Да. Ну согласись, что это безумие. Нет, это не безумие. Бог дарит нам свободу выбора. Без нее мы были бы куклами, а жизнь не имела бы смысла. В этом красота вечного спасения. Ты же не такой! Ты ошиблась. Я всегда был таким.